Ну а в октябре грядет еще одна дата, 20-летие президентства Рината Ахметова. И в этой связи канал «Футбол» готовит документальный фильм, посвященный этой дате. И прямо сейчас вот небольшой такой симпатичный тизер будущего фильма. Рисковать так рисковать, я подошел к Ренату Леонидовичу. Ренат Леонидович, завтра мы проиграем. Ренат Леонидович так на меня посмотрел, пауза. И говорит, ты, наверное, шутишь. Последний вопрос, вы счастливый человек? А можно я с ним попрощаюсь и улечу, потому что самолет не улетит. Ренат, да. Успех. Хорошо, созвонимся. Счастливо. Счастливый вы человек. Я скажу одно, что сегодня я счастливый, а завтра могу быть несчастный. Я помню, когда вы подписывали контракт с Бышевцем, и я его привез в Донецк. И, в принципе, он не видел еще. А мы только... У нас было строительство базы. Мы с ними идем, и он посмотрел, углем топим, слякоть, все валяется, все стройка. И постройки видно, чтобы строить мы еще будем лет 10. База это, ну, она совершенно отсутствовала. Никакая, можно сказать. Вот, ну, наверное, правильно было. Убожество. Я попросил Рената Леонидовича, говорю, а давайте мы попробуем и пригласим преподавателя по английскому языку. Получается, ти готуєшся до матчу, ти хочеш відпочити, тебе гонять на якусь англійську, щось заставляють слухати, якісь букви вчити, знаєте. Ренат Леонидович еще дальше видел. Он уже тогда видел, что придут иностранные игроки, придет иностранный тренер. Его мечта всегда была построить этот стадион на 50 тысяч. Он всегда говорил, сидел, ух, елки зеленые, стадион тысяч на 50, и чтобы он был полный, я и никак запою. Она сбылась, эта мечта. Подписывайтесь на наш канал.